Салют всем, ребятки, продолжаем смотреть Замбеты, 7-я серия. Let's go. Ну чё, доброе утро, красавица! Кофе или чаю сразу в постель принести, а? Отпустите меня, уроды! Тварь, ненавижу! Успокойся, я тебе сказал! Или чё, тебе напомню, кто это всё украл, а? Давай, говори, где остальные. Чё я не скажу, уроды, блядь! Ты чё делаешь, а? Дай салфетку! Пачку на свадьбу проглотила, что ли, я не понял. Что, не хочешь говорить? Посиди тогда тут, да? Подумай над своим поведением. В жопу идите, урод. Я амбал своего заберите. Заберем, куда ленимся. Сиди, говорю, не дрыгайся. Она больная, да, но походу не лишний. По-любому начать родной. Пускай успокоится немного. По-любому все расскажет. Найдем его, блядь, и заберем все свое. А с остальными что будем делать? Да что ты тупишь, блядь? Пизды им дадим нахуй и отправим куда подальше. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Заебал ты, тебе, блин. Эй, Сабина. Эй, Сабин, у Даши какой инстаграм? Тупица. Воспользуйся этим. Там что-то сказала, нет? Нет, еще молчит. Сейчас она так, сука, мне разговаривать будет. Эй, Сабина, позировать на камеру будешь, нет? Тиля, нахуй иди. Блядь, Сабина, не беси меня! Я въебу тебе сейчас, не позволю, что ты девушка, поняла? Говори нахуй, где все твои остальные, И Тиля, не ори, заебал. Сабина ее покушать принес. Ну, сопу засунь свою еду. Ёооо, твою мать! Тима, ты нормальный, нет? Ты нахера ее родной кормишь? Она же все это своровала у нас! Пойдем пообщаемся, Тиля. Блядь. Понимаешь, что я это делаю только для того, чтобы ее разговорить нахуй. И чтобы она нам сдала своих чертей, бля. Это ты просто ее хочешь трахнуть, а? Видно, что она тебе нравится. И кому она нравится? Бля, вообще она мне не нравится. Я реально хочу побыстрее узнать и решить вот эти понты все, бля. Чего вам объяснять вообще тупые, нахуй? Мара правильно говорил, что только членами думаешь, козел. Сабина, ты чего плачешь? Все, все, Сабина, не плачь, пожалуйста. Зачем вы меня здесь держите? Да просто узнать хотим, что тогда было вообще, и отпустим сразу. Изнасилуйте, убьете. Да какой изнасилуйте, Сабин, ты что? Вы вообще не такие. Ой, тоже мне говорил, что не нравится, ну да уж. Сабин, никто тебя не будет насиловать, честно. Вы просто хотели узнать, где там наше оружие. Машина. Я не знаю. Макс нас кинул. Что? Он обещал нас отвезти в лагерь и оставил в лесу. Вот пидор, а? А почему он так сделал? Да он с нами поступил так же, как и с вами. Это вообще его план. Он сказал, что вы нас изнасилуете. Вы так себя вели, вы поехали. Все, 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 Сабин. А где Алина, Даша? Мы в лесу встретили толпу заблудшую, а мы разбежались, я не знаю, где они сейчас. Офигеть, заблудшие уже здесь, что ли, ходят? Отпустите меня, куда я денусь, у меня ни оружия, ни машины, ни девочек. Можно я в уборную скажу хотя бы? Да, конечно, конечно, Сабина, ты не плачь, хорошо? Вот, я развязываю, ты не плачь. Не верю. Упорная. А можно я дальше сама? Ну, не знаю, Сабин, как сама там. Тима, у вас двор колючей проволокой обвешан. Куда я денусь? Ладно, что, давай сама. Спасибо.
Короче, что вам сказать-то? Я знал то, что Сабина нормальная девчонка. Это все Макс гандон, бля. Ну и понимаю, что пацаны на меня злятся, да? Конечно, она же на них даже не смотрит. А у меня сегодня вечером, может, что-то намечается, да? Где Сабина? Расслабься, в туалете она. Вася! Я, конечно, все понимаю, да? Хуй стоит, башка не думает, ты. Ты нахера в этот туалет ее выводишь на свиданку? Она же крыса, Вася. Да не крыса она, бля. Сабина мне все рассказала. С корня ее Макс подставил, бля. И это был его план, бля, нас всех тут кинуть. И что, ты ей поверил, что ли? Да смысл ей врать? А может, она убежать хочет отсюда? Да куда она убежит, бля? Ты посмотри, вон там, колючие проволоки везде. Успокойся, бля, Шерлок. Сколько она в этом туалете? Минут 20 лет. Че? Она 20 минут в этом туалете вонючила. Ты что, гонишь, что ли, Тима? Шерлок Холмс, блядь, недоделанный. Сабина! Сабина, говорю! И да, что ты скажешь по этому поводу? Тима, ну ебаный в рот, где она теперь? Да она, да по-любому она никуда далеко не могла уйти. Давай найдем ее побыстрее. Охуеть, блядь! Рус! Да все, пацаны, убежала. На, я рускамеру возьми, а то да, заебался да. Уже. Как она могла так быстро убежать? Еще через колючую проволоку перелезть, твою душу. Хуево. Тима, у нас же на проволоке банки висят. Почему мы шум не услышали, когда она перелазила? Ёб твою душу. Она, походу, дома спряталась, чтобы мы подумали то, что она сбежала, бля. Пойдемте речи, пацаны, топим. Бежим, бежим, давай. Пиздался, тачки нету, да? Твою мать! Дед, второй раз машину гнала! Да все, заебань, не нагнетай тоже, бля. Мы тебе говорили, ты как всегда не поверил нам. Побился на нее. И если такой умный надо было раньше говорить нам. Мы тебе говорили, а ты как всегда себя главного строишь. И в смысле главного строишь, блядь? Я и есть главный, Дилиана. Фиговый себя главный. Остались без машины, без оружия и без еды. Да ну нахуй, ты что сейчас будешь из-за питания со мной базарить, бля? Эй, Тима, ты конкретно здесь не прав. Мы же тебе говорили, Тиле надо было уходить в этот лагерь. Мара был прав, как? Да, Мара прав. Надо валить от лагеря выживших, пока без еды не сдохли. А ты оставайся один, думай своим членом, а не мозгами. Эй, бля, вы мне вдвоем про мозги вообще нахуй ничего не говорите, бля. Если такие дерзкие, пиздуйте вам куда хотите, на. Че, думаешь, доха не хватит? Конечно, ебать. Рус, камеру бери. Валим. Пиздуй, Пойдем. Бля, только камера нихуя здесь останется, на. Это лично моя идея была влог снимать. Отдай ему камеру, пусть один хайпует. Давай. Ну, держи, бля. Пойдем вещи набирать. Душа еба, бля. Пошел. Пошел нахуй, индей. Вот попробуй выживи теперь. Думаю, что воняет, бля, косы, мы вдвоем еще не ушли, да? Рус, фонарики не забудь. Вещи себе, Рус. Трусы не забудь, Рус. Так, все взяли, да? Ну, вроде ничего не забыли. А, покатило, Рус. И да, Тима, запомни, лидер это не тот, кто просто командует, а тот, кто думает о своих людях, а не только о своей жопе. Всем салам, это влог выживших пацанов. Влог выжившего пацана. Сейчас я буду вам рассказывать, как выживать среди зомби один. Эй, а если честно, пацаны, блядь, сами тоже, да, нахуй, не без грешка. Эй, если бы не я, их бы на второй день вот этого апокалипсиса бы убили уже, они бы в зомбаков превратились. Эй, да какой, блядь, их бы даже в 9 классе бы вот это, Чика, братан бы их отпиздил и убил бы, на. Я встал за них, сказал, не трогайте, блядь. А сейчас вон что мутят, да? И Тиля, короче, подходит, говорит, родной, на свиданку надо, дай чуть займи денег. Я ему ни слова не сказал, вот в этом кармане что было, бля, я ему сразу на стол поставил, бля. И этот Рус вообще его в 3 классе должны были отчислить, на. Я в журнал, бля, спиздил все оценки ему, 5 понаставил, бля. Отличник на Рус, бля. Этот тупорез, у него вместо мозгов, бля, опилки, на, опилки, бля. Так-то я тоже не прав, пиздец, да? Наговорил лишнего. А я же с ними с 1 класса. Они всегда за меня горой стояли, бля. Некрасиво поступил, обидел пацанов. Ладно, пойду чем-нибудь займусь.
Что делает, что делает? Сонь, куда походу? Блядь, что она пикает? Опять Мара что-то намутил с камерами, заебал. Как их включить? Ай, вот. Ай, что такое? Эй, что, пацаны, что ли? Ебать. Давай, давай, быстрее. Жечь надо, да? Прикольно. Диля, чё? Зомбаки только с этой стороны дома, ебан. Походу, не сдохнем всё. В смысле? Да когда Сабина мне рассказывала то, что видела заблудших, бля, у нас в лесах, ну я подумал то, что они до нас тоже могут добраться когда-нибудь. На этот счёт, бля, я припас нам кое-чё. Чё, вот, родной, смотри. Офигеть, я думал, ты пулемёт приготовил. Да не, родной, ты не понял. Мы сейчас это разложим. Высунем, на сарай поставим и будем спускаться, то главное, что от нас не услышали, пацаны. Ну че, скажи, родной, ты не для этого случая, да, хранил? Просто поленись отсюда вытаскивать. Да, родной, я тебе говорю, на всякий случай сюда поставил. Ну и поленился, да? Тима, Тима, давай, давай, что-то быстро. Че, давайте, пацаны, только по одному, да? Я за вами. Охереть, ты добрый. Да не, просто вперед, женщины, детей. Да. Давай, родной, осторожно. Давай, Рус, держи. Че, пацаны, теперь что будем делать? Хуй, я не знаю, куда идти. Пацаны, когда тут раз с Марой ходили по домам, машину одну видел. Старая такая, должна ехать вроде. Базару нет, а что, ты помнишь, где эта хата? Ну да, помню. Красава, Рус, пойдем, давай. Я только против, пацаны. Ебать. А что, с Марой не могли получше машину найти? Ну, короче, нам пришлось уйти из своей хаты, да, пацаны? Ну, туда можно будет как-нибудь вернуться, да? Вдруг эти зомбаки там заблудшими станут и уйдут, а потом туда опять забуримся. Тима, ты мне ничего не хочешь сказать? Хочу. Нахер вы их домой, бля, привели? Не могли, что ли, в другое место побежать на? Вот тогда я сразу понимаю. Да, заебал, что ты? Трезвый, родной, трезвый. Хуеский, блядь. Пацаны, я понимаю, наш последний разговор так себе был, да? Ну все, хватит мне, чё дуетесь? Короче, если вы в лагерь собрались, погнали вместе, хули делать? Да ладно, ладно. Короче, я был неправ, когда сказал, что там у вас яиц нету. И вообще много чего сказал, да? Хорошее начало. Базару нет, подъебнул. Короче, не обессуйте, да? Из-за того, что из-за Сабины так все вышло. А ты ее хотел просто? Я реально думал, то, что ее Макс подставил. Не, ну ты прикинь, мы же ее нашли, машины нашей не было, девчонок тоже не было. Да и Макса этого не было. А она пиздец плакала из-за того, что одна осталась, да? Может, вообще она испугалась и угнала эту тачку. Не, ну суть не в этом, пацаны. Просто реально не обессуйте. То, что вот, если бы я бы их всех не позвал, да, этого бы не было ничего. Да и в лагерь я этот не хотел, потому что не хотел вас терять, потому что вы моя семья, пацаны. А чё этот лагерь? Там чужие люди, свои правила. Не наши правила, пацаны. Тима, брат, ну по-любому семья. Или чё ты думаешь, эти люди помешают нам быть семьей, что ли? Нет, конечно. Пацаны, лично мне так по кайфу жить. Просто в один момент заблудший бы пришли к нам на хату, и нас бы уже не было. А лагерь? А лагерь это просто шанс выжить. Не понравилось? Ушли бы оттуда, хули. Пацаны, самое главное, что вместе.
хорошо? Да. Че тогда, пацаны, погнали? Шахавки возьмем, бензу и ушли в поисках выживших. Пускай охуеет, кто к ним едет, да, пацаны? Аж в рифму заговорил. По-любому в этом здании зомбаки есть. Да что ты так и не скажешь, бля. Че, давай родную команду, как всегда. Зайдем, разделимся. Или не, пацаны? Че, давайте вместе решать, да? Нихуя себе у нас в команде с демократией появилась. Ладно, я на третий. Ты че? На второй пойду. Я на первый тогда. У вас по одному патрону? Че, пацаны, в лагерь выживших доберемся, там совсем по-другому будет. Так что давайте сегодня пиздатый контент снимем, да? На родную группушку. Берите, поехали. Че, всем салам, это влог выживших пацанов. Нам пришлось уехать из своей хаты, чтобы найти лагерь выживших, да? Поэтому мы приехали вот сюда, чисто за хавчиком. Если бензу найдем, вообще пиздата будет, да? Че, давай, пацаны, через полчаса на этом же месте. Давайте, братья. Давайте. Аккуратней. Рус, сри, как всегда, заебешь ты, блядь. Да не сри, похуй, только камнями не вытирайте, вот, да, бумажки тебе, родной. Удачи, пацаны. Красава. Берегите себя. Что тут есть-то, бля? Пиздец тут мрачно, конечно. Не то место, по-моему, где есть хавчик. Ебать. Пиздец, сколько зомбаков, охуеть, блядь, или... Они еще все так спокойно стоят всегда. Что делать, бля? Нифига себе, ты что, конечно, что ли? Интересно, что там внутри? Бензин или нет? Надо проверить. Идея разделиться была самая охуенная. Так быстрее можно все найти. А то ходили кучкой, больше времени теряли. Тоже мне, блин. Ну, блядь. Охуя мы разделились. Блядь. Теля ничего не боится, теля лучше. Ну, блядь, сука! Сука! Ебучие птицы, блядь! Чуть без сердца не оставили! Опа-на! Кухня была, что ли, здесь? Ха. Наверняка тут хавчика до хера. Опа-на! Это что такое? Да, блядь! Пацаны по-любому обрадуются! Да, пацаны, позвать оттуда, хуя здесь чё? О, блядь! Чё за хуйня? Бля, надо бежать, походу. Блядь! Чё за хуйня? Эй! Эй! Кто это? Рус? Ты чё, ебан? Ты чё делал там, эй? Бля! Канистру хотел проверить, что за жидкость внутри, бензин или нет. И что, проверил? Пожил. Походу, бензин был, бля. Вот ты ебан, Рус, бля. Смотри, какого шум навел, эй. Сейчас зомбаки сбегутся, пойдем посмотрим. Давай заходи. Бля, Рус, ну, бля, ну Рус, бля. Вроде нормально все. Вроде нет никого. Никого нету. Тима? Тима? Эй, Тима, ты куда? Тима, ты что делаешь? Эй, Тима, ты куда поехал? Тима, Тима! Эй! Тима! Тима! Блядь! Ну все, он всех вытащил. Выбегайте. Ну что нас? Кинул, что ли? Поменяй свой удел, пока не окаменел. Ну, по-любому он, короче, на себя взял ответственность, чтобы убрать всех этих зомбаков. Так, история с Сабиной, конечно, пипец. Изначально было понятно, что она их кинет. Чё за негатив к ним такой? Я вообще что-то не понял. Типа, ты же тоже выжившая, и они выжившие. Ну, помогите друг другу. Короче, вообще... Такая глупость вообще. Вот. И поплакал. Ну, тут понятно, он там членом своим думал. Сбежал, тачку угнал. Это, конечно, было очень забавно. Так же все произошло. Чувак, ладно, понял, осознал то, что он был неправ. Ну, вот. Ля-ля-ля,
они пришли обратно к нему, типа, наверное, ну, где-то недалеко, видимо, они были, и решили, типа, вернуться домой, потому что там более-менее безопасно, но тогда вы дом потеряете. Ладно, что за заброшку, зачем они на заброшку заехали, тоже вообще непонятная херня, типа, найти там хавчик. Че, магазинов нет у вас там, больше никаких супермаркетов? Вот, ну и с зомбаками уж понятно, он, наверное, просто их всех вытащил, чтобы те спокойно могли уже... Ну, короче, он вернется обратно туда, в следующей серии, наверное, и, собственно, поможет им. Че сказать? Неплохая серия, уж неплохая. Я надеюсь, финал будет прям вышка. Как вам? Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.